дружище, привет. Как поживаешь? Спасибо. Друзья, сейчас в Сочи дождик. Но дело в том, что неподалеку была обнаружена улитка. Сейчас мы проследим, куда она ползет и зачем она это делает. Это не передача в мир животных. Это просто случайность. Привет. Как вы думаете, куда улитка ползет? Ты знает, куда ползти.